Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в обучающем семинаре про ЖКХ в актовом зале администрации муниципалитета. Как сообщила депутат окружного совета Ирина Гробарчук, семинар дает возможность задать практические вопросы и обменяться опытом. Ключевыми темами курса являются законодательство в сфере ЖКХ, работа советов МКД и управление многоквартирными домами. Также рассматриваются тарифы и ценообразование на жилищно-коммунальные услуги, вопросы капитального ремонта и нововведения в обращении с твердыми коммунальными отходами.